Всем привет, с вами Альфа, и это гайд по подводным лабораториям в игре Rust. Недавно добавленные подводные лаборатории, равно как и подводные лодки, сильно обогатили подводный мир Rust'а и изменили баланс игры. Лаборатории формируются на карте случайным образом. Всего на данный момент существует 28 блоков, не считая соединительных переходов, но всего в 8 блоках есть пазлы. Также в лабораториях есть система наблюдения, к которой можно подключиться извне, зная наименование отсека и код, который генерируется случайно. Территорию лабораторий патрулируют ученые, вооруженные беретами и МП-5. Однако мне удавалось найти небольшую лабораторию без ботов из комнаты, где был пазл по красной карте. Обычно лабораторный комплекс располагается довольно глубоко, и для его посещения требуется акваланг или подлодка, но мне попадалась лаборатория почти у поверхности, куда удалось нырнуть без подводного снаряжения. Для того, чтобы эффективно лутать лаборатории, необходимо оружие, набор карт, как минимум зеленые и синие, и предохранитель. Также настоятельно рекомендую позаботиться о защите от радиации, поскольку в некоторых лутовых и в коридорах ее уровень достаточно высок, и даже хазмат не гарантирует 100% защиты. На территории лаборатории можно найти ящики с лутом, топливо, как в бочках, так и свободно лежащие. Некоторые ящики и контейнеры немного отличаются от привычных, так что следует быть особо внимательным. Ну а теперь давайте рассмотрим доступные лутовые. Первая и самая простая – Infirmary, или лазарет. Для доступа в закрытое помещение потребуется только предохранитель. Вставляем фьюз, и кнопки на стенах станут активны, и вы сможете пройти внутрь. В лазарете можно найти немного еды и медикаментов. Следующая лутовая – AUX Power, или аварийный генератор. Тут уже понадобится один предохранитель, зеленая и синяя карта. Проходим по зеленой карте в комнату с местом для установки предохранителя, вставляем его, дергаем рубильник и активируем таймер. После этого выходим и по синей карте попадаем в основную лутовую. Тут вы найдете ящики с боеприпасами, инструментами и компонентами. На бутафорском третьем верстаке вы найдете зеленую карту. Возле генератора можно найти топливо, а за дальним генератором еще один ящик. Очень странно находить зеленую карту доступа после прохода по синей. Возможно, в дальнейшем ее заменят на красную. Еще один отсек, где понадобится зеленая и синяя карта – Crew Quarters – каюта экипажа. Всего кают экипажа 3, но внутри лута немного. Там можно найти немного еды, пару ящиков с лутом, а также в каждой есть унитаз, сидя на котором вы получите 100% комфорта. А рядом располагается Captain Quarter, каюта капитана. Для доступа в нее вам нужна будет синяя карта доступа. В каюте капитана вы найдете красную карту доступа на офисном столе и контейнеры с компонентами. На столе также есть микрофон, через который можно делать объявление по станции. Это моя лаборатория. Обратите внимание, что иногда красную карту на столе не видно. Она может спавниться немного под текстурой стола, но забрать ее все-таки можно. Похожая, но более комичная ситуация происходит с зеленой картой, которая находится в блоке Locker Room, раздевалка, где расположена компьютерная станция наблюдения. Карта эта лежит в проходе на полу, но ее изначальное место на полочке. Просто после спавна она медленно сползает со своего места и падает на пол. Последнее место в лабораториях, где нужна зеленая и синяя карта – Security Hall – зал охраны. Это модуль с будкой по центру.
проходим по зеленой карте, потом проводим синий и активируем таймер. Не забудьте залутать зеленую карту на стеллаже рядом и ящик с боеприпасами. Теперь выходим наружу, активируем дверь по синей карте и проходим в открывшийся тач-кабинет, техкабинет. Там вы найдете ящики и контейнеры с компонентами. И да, не спрашивайте, зачем я приседаю перед дверью. Это происходит само собой. Я так и не нашел причины этого бага, но иногда он случается, когда проходишь мимо дверей в лабораториях. Уверен, что скоро разработчики уберут эти неконтролируемые приседания. Для следующей лутовой уже понадобится только синяя карта. Это место называется Brig или Гауптвахта. Пройдя внутрь, вы найдете за решеткой ящик с лутом, а на стеллажах напротив ящик с медикаментами, инструментами и провизией. В шкафчике рядом лежит синяя карта доступа и ящик с боеприпасами. И да, мы тут тоже приседаем без причины, проходя рядом с решеткой. Зал Operations, управление операцией, последняя лутовая по синей карте. В эту лутовую существует два входа. Традиционно терминалы уже запитаны. Проходим внутрь и видим письменный стол, на котором лежит красная карта. За столом вы найдете ящик с инструментами, а на стеллаже напротив ящики с лутом и боеприпасами. За столом расположен контейнер с провизией, а над рабочим местом еще один ящик с полезными ресурсами. Следующий блок называется весьма незатейливо – Lab – лаборатория. Для доступа в нее понадобится предохранитель и красная карта. Вставляем предохранитель, проводим красной картой и активируем таймер. После этого у входа дергаем рубильник и попадаем внутрь. Здесь вас ждут 4 ящика с лутом, в том числе и элитный, и контейнер с боеприпасами. Еще одна комната по красной карте – Спектра. Я пока не понял, как это место перевести правильно, так что оставлю это как есть. Заходим в левую комнату и вставляем предохранитель, после чего давим на кнопку и запускаем таймер. Проходим по красной карте и идем налево. Тут на стеллажах есть ящики с лутом и боеприпасами. Пройдя дальше по комнате в закуток с множеством панелей управления, вы найдете 2 элитных ящика. В этой комнате сильный радиационный фон. Без хазмата туда лучше не соваться. Последняя лаборатория с пазлом – Classified. Засекреченная лаборатория. Тут вам нужна синяя и красная карта и 2 предохранителя. Проходим по синей карте и идем налево. Вставляем фьюз, дергаем рубильник и запускаем таймер. Теперь бежим в помещение напротив и, вставив предохранитель, дергаем второй рубильник. Все, теперь можно проходить засекреченную лабораторию. Тут довольно сильный радиационный фон, так что надевайте хазмат. Проходим в лутовую и забираем 3 элитки и немного лута с обычных ящиков. Последняя локация, о которой я хотел бы упомянуть, это кантина или столовая. Тут пазлов нет, а из лута только немного еды. Зато тут есть автомат Чиппи и стол для игры в покер. Ну, а на этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. С вами был Альфа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.